Кошатина, ты где? Ты чё храпель всю ночь, а уснуть не мог? Ё-моё, вы посмотрите, сиреноголовый у меня дома. Ты чё тут? А, ладно, пойду. А, нет, всё-таки за тобой. А, нет, я пойду. А, нет, тебя поймаю. Или пойду всё-таки. Я вообще не знаю, что делать. Котярыч, помоги мне! Сиреноголовый, у тебя, походу, кукуха вообще поехала. Похлеще, чем у меня. Да что ж ты будешь делать-то? Быстрее ползи! Пёрдни, что ли, чтобы ускориться, я не знаю. Давай. Газовую атаку здесь устроим. Ням-ням, коты, как же я выспался. Я вчера налёпался столько вискоса и сосискоса, что храпел на весь дом. Надеюсь, я никого не разбудил. Ну что ж, давайте я вам покажу, где я живу. Это у меня картина сиреноголового. Такой прикольный, смешной монстр. Представляю, что будет, если его встретить в жизни. Я, наверное, наложу в штаны. Что? Он здесь? Кошатина, ты где? Ты чё храпель всю ночь, а уснуть не мог? Ё-моё, вы посмотрите, сиреноголовый у меня дома. А как же мне теперь отсюда выбираться? Быстрее, бежим! Шуруем! Я застрял в лампе, что? Серьезно? А он тоже где-то там остановился? Что происходит? Где он? Эй, ну давай дружить! Ха-ха-ха! На тебе леща отцовского! Какого отцовского? Ты мне не батя! Ты просто монстр, который пробрался ко мне в дом! Коты, что делать? Я не понимаю! Обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на канал! Тогда мы точно сможем сбежать от этого монстра! Как он ко мне попал сюда? Я просто не представляю, что здесь происходит! Он закрыл дверь! Он не хочет нас отсюда выпускать! У нас есть зёбрина ваза! Вот такая вот полосатая! Бросаем ее и быстрее забегаем! А теперь прячемся в шкаф, я надеюсь, он нас не заметит! Хотя у него две сирены, но нету носа! Значит, он не должен нас учуять! Сиреноголовый, открывай давай! Я хочу выбраться! Вот он идет! Как же он пахнет! Слушайте, он действительно очень вонючий! Уходи. Здесь никого нету, шуруй отсюда. Ладно, ладно, я тебя все равно найду, ха-ха, и пущу на шаурму. Да, конечно, я не хочу быть шаурмой. Надо аккуратно выбираться. Он ушел в другую комнату, он ставит капканы. Он как старая бабка Гренни, какает капканами. А мы, походу, все уронили. Какой же я толстый кот. Прошелся и свалил все картины. Давайте искать хоть какие-нибудь ключи. Надо выбираться из своего дома. Здесь у нас, может быть, лежат какие-то предметы, но нету ничего. Сиреноголовый у меня в гостях. Вы только представьте, напишите в комментариях, кто хотел бы, чтобы к ним в гости пришел сиреноголовый. Пока он нас не видит, мы здесь находим картину. О, ее можно туда положить, но это немножко странно. Вы знаете, кто нарисован на этой картине? А я уже догадываюсь. Бабка Гренни, привет, сосед. И это просто меня очень сильно настораживает. Отлично, отодвинули шкафчик. Здесь у нас записка. Сиреноголовый придет за тобой и даст тебе по щам. Я так и думал. Спасибо за информацию. Молоток. О, супер. Я, правда, не помню, куда нам надо его использовать. Здесь столько всего. Машина? А чё она такая смешная? Это немного странно. Какие-то гербы на ней. Ладно, в бане тоже может что-то лежать. Слушайте, а давайте попробуем пропарить сиреноголового, точняк. А где молоток? Куда он улетел? Я же его тут бросил. Быстро прячемся в тачку. Слушайте, а капот-то я... А, я его не открывал. Все отлично. Сейчас прибегает сиреноголовый, и мы запираем его в бане. Пусть пропарится немножечко. Может, похудеет? Сиреноголовый. А он, походу, даже не собирается сюда идти, коты. Он просто где-то ходит. Ладно, тогда и мы отсюда вылазим. Вообще не одупляю, что происходит. Фу, отлично. Открываем. Давай, отваливайся уже, дверь. Что там в бардачке у нас? Ничего нету. Ладно, пойдемте наверх, коты. Молоток мы уже, видимо, с вами не достанем, потому что он куда-то улетел в космос. А, вот он. О-о-о! А как он здесь оказался? Понятия не имею. Бежим наверх. Я надеюсь, мы не нарвемся на этого монстра. Так где же ты, сиреноголовый? Я не понимаю, коты.
Это просто безумство. Вот он застрял в своем капкане. И что-то капкан поставил и пройти не могу. А вот ты кошатина, ну иди ко мне. Ха-ха-ха. Сейчас поймаю тебя. Ой, боженьки мой, я что-то пройти не могу. Какой-то я тоже толстый, как ты. Да, сиреноголовый, ты реально жиртрез. Смотрите, он застрял. Опа, не поймаешь. Блин, а что с ним такое-то? Он даже пройти никуда не может. Ну, стой здесь. Мы будем идти другим путем. Через ванную, получается. А, это вообще все доски мы можем двигать. Слушайте, ну это немного странновато. Быстрее бежим. Отсюда вообще можно сбежать-то? Понятия не имею. О, толкан. Каркей. А, серьезно? Ха-ха, получили, кошатина, сбежать хотели. Ё-моё, коты, вот это лещ был. У меня аж чуть уши не отлетели. Блин, печаль какая. Ладно. Надо все-таки просыпаться и выбираться. А, двигайся давай. Здесь у нас непонятно ничего. Фу. Значит, у нас есть молоток и каркей. Неплохо. Эх, куда ты опять собрался? Я ж тебя дома запер, сиди там в комнате у себя. Ты мне не мама, чтобы мне тут запирать и указывать, что мне делать. Все, отлично. Давайте, коты. Нам бы найти оружие, чтобы вырубать сиреноголового. Да, ключа тут нету. Опа, отодвигаем. О, ручка от колодца, неплохо. А вот и секретная кнопка с медвежоночком. Сейчас мы попробуем. По-моему, сиреноголовый где-то уже идет за нами. Нам надо донести этого медведя. Вот он застрял. Эй, Палюш, моего мишку! Это не твой мишка. Это мой мишка. Ты у меня дома вообще. Не забывай. Был твой дом, старый мой. Быстро бежим. Судя по тому, что он часто очень застревает, у нас есть шанс. А, дом закрыл дверь! Да что ж ты будешь делать? Вот это вообще было неожиданно, что он запрет эту дверь, коты. У нас четвертый день, я уже не могу здесь находиться. Мне надо скорее выбраться на улицу. Мишка у нас, получается, лежит около той двери. И в принципе нам надо его донести на небольшое расстояние. Открываем быстрее. Там сиреноголовый опять на первом этаже где-то тусуется. Он закрыл дверь, а как ее теперь открывать-то? Это невозможно сделать, получается? Блин, полная печаль. А где медведь? А, он украл медведя. Тут секретки нет, а судя по всему, он сейчас сюда придет. Быстрее бежим. А, он открыл дверь, отлично. Кстати, картина. Может быть, мы ее где-то применим? Ну, точнее, мы ее, естественно, используем в подвале. Медведь снова здесь, все, я понял. Тогда мы забираем мишку. И пытаемся сбежать. Он открыл тут дверь. О, вот это меня заколбасило. Сиреноголовый. Где же ты? Когда мы берем этого медведя, он должен охотиться за нами. Ё-моё, в дверь застряли. Быстрее! Я надеюсь, он нас не поймает. Сейчас мы его закинем. И что будет, интересно, маленький сиреноголовый вылезет? О, подожди! Это типа Момо. Я вообще не понимаю, что за монстр. Немного криповенько. Ну ладненько. Ё-моё, я застреваю просто везде. Сейчас, ручечку. Давай, крути. Быстрей. Его тут нету? Фу. А то подойдет неожиданно, как в тот раз сзади, и как треснет нам. А, он идет, я так и знал. Ты че в моем колодце делаешь? Там ничего нету, ха-ха-ха. А ну-ка, шуруй сюда. А, получай. Да мы же далеко от него были, ну как он мог меня схватить? Последний денек у нас, коты. Все, у нас просто... Наверное, больше нет шансов. Вы были хорошими друзьями, но, видимо, не все поставили лайки и подписались на мой канал.
Поэтому у нас не получается сбежать от этого монстра. Сейчас открываем и быстренько. Отвертка нам пригодится. Но я хочу все-таки глянуть, что же в этом колодце. Быстрее бежим. Закрываем. Закрываем. Да закройся ты дверь, она не закрывается. А как так? Там вообще что-нибудь есть в этом дыре? Давай! Отлично, кусачки! Достаточно неплохой предмет, который нам пригодится. Фу, для побега это точно нам понадобится. Значит, мы сейчас давайте его сюда позовем. Чпоньк! А сами быстренько побежим. Да что ж такое-то? Ну как можно так медленно ползать? Мы же хотим сбежать от этого монстра. А мы ползем как черепахи. Так не должно быть. Неплохо. Перекусываем. Да ё-моё, я даже попасть не могу. Мне уже так по шапке надавали, что голова кружится. Сюда. И наверх нам надо подняться, перекусить. Слушайте, а у нас, возможно, есть шанс. В чем я дико сомневаюсь. Быстрее бежим. Сиреноголовый не поймает. Шестереночка здесь. Ну, неплохо, конечно. Такое себе. Сиреноголовый, сейчас буду плеваться в тебя. Ха-тьфу! Вылази. Нету его. Куда-то он там спрятался. Ладно. Монстр пробрался ко мне в дом. Ни стыда, ни совести у тебя нету, чувак. Отверточку берем. И в подвал спускаемся. Сейчас мы тут быстренько посмотрим, что за предмет лежит. О-о-о-о! Ключ от сейфа! Это очень знатно добро, мило, хорошо. Что за чушь я несу, коты? У меня действительно уже сотрясение мозга, видать, от всех этих ударов. Ага, пентхаус кей. Это нам надо... У-у-у! Ты чё тут? А, ладно, пойду. А, не, всё-таки за тобой. А, нет, я пойду. А, нет, тебя поймаю. Или пойду всё-таки. Я вообще не знаю, что делать, котярыч. Помоги мне! Сиреноголовый, у тебя, походу, кукуха вообще поехала. Похлеще, чем у меня. Ха-ха, вообще не понимает, что делать, коты. Туда-сюда. Ну ты, конечно, крендель. Все, побежали быстрее отсюда. Через дверь, наверное, здесь не выберешься. Только на тачке. Да что ж ты будешь делать-то? Быстрее ползи! Пёрдни, что ли, чтобы ускориться, я не знаю. Давай. Газовую атаку здесь устроим. У-ху! Вот это, конечно... Долго мы пробирались, капканы, он тоже какает ими, как и бабка Гренни. А-а-а, еще где-то шестеренка должна быть. Ёшкин матрёшкин. И чё? Где нам ее взять? У-у-у! Ты чё тут паук нам лазишь? Ну-ка, я ширую тебе сюда, ко мне надо идти. Да не надо мне к тебе идти, я же тебя знаю, ты же... Монстр, шмонстр... Ты кого монстром назвали? Я красавчик сиреноголовый. А где выход-то? А, подождите, мы же на кухне не обладили все, нет! Точно, я забыл, здесь много ключей на кухне, но нам габела. Блин, сиреноголовый, не надо. Ё-моё. Сейчас что-то будет. Нехорошее. Пожалуйста, отпусти меня. Ха-ха-ха, вкусняшка моя! Все, коты, нас съели. Ну что ж, я надеюсь, вам понравился видосик. Обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал и пишите в комментариях, поиграть ли еще в эту игрушку и пройти ли ее до конца. Всем удачи, всем пока!